Итак, друзья мои, всем большой-большой привет! Рада вас видеть на своем канале «Вязание с Татьяной». И сегодня я хочу, конечно же, вам показать свою очередную распаковку посылки. Посылка пришла к нам от поставщика со спицами. Ждали мы ее долго, но тут в связи с майскими праздниками уж больно-больно задержалась эта посылочка. И поэтому такое, естественно, большое ожидание, пока она пересекет границу с нашей страной и со страной поставщика. Естественно, это все не за один день. Я хочу сказать для новеньких зрителей или для новеньких участников, которые хотят к нам присоединиться, все вопросы, где посмотреть, как купить, вы можете найти, если перейдете под этим видео по ссылке в группу ВКонтакте. Заходите в группу, есть у нас фотоальбом спицы, там вы смотрите все, что можно заказать, вся продукция под заказ. Если есть какие-то у вас вопросы, то, конечно же, вы мне пишите их в личном сообщении, девочки. Только в личном сообщении, остерегайтесь мошенников, да, вся рассылка приходит только от меня. То, что касается оплаты, Татьяна Путилина, вы можете зайти на мой профиль на странице ВКонтакте, посмотреть мои живые фотографии. Если сомневаетесь, напишите мне сообщение, я вам отвечу. Естественно, вся есть информация под этим видео, по ссылке переходите в группу ВКонтакте и попадаете на мою страницу. Итак, конечно же, давайте начнем просмотр. Посылка небольшая, но очень-очень для нас она, конечно же, долгожданная. Итак, первое то, что я достала из коробки, были вот эти спицы. Спицы от Knit Pro, носочные, зинги, номер 225, это 15 сантиметров спицы. Естественно, Knit Pro зинги, чем они примечательны? Тем, что вся линейка каждого размера, у нее есть свой цвет. Да, вот это желто-оранжевые такие, они желтенькие спицы, 2,25. Дальше идут спицы 20 сантиметров, носочные, 2,5. Я их уже по цвету, в принципе, все знаю, какой номер, да. Ну, потому что часто приходится с ними сталкиваться, естественно, я с ними общаюсь, с этими спицами, ну, вращаюсь, поэтому знаю. Дальше 20 сантиметров троечка, зеленые спицы. Также есть спицы прямые. Это вот для любителей прямых спиц. Это, мне кажется, 40 сантиметров. Да, все верно, 40 сантиметров. Кто любит вязать на прямых спицах, две спицы с заглушечками, вот с такими металлическими. Значит, номер 3,5. Дальше номер 2, совсем тоненькие, 2,5 и номер 3. Вот. Они есть разных сантиметров, разной длины, 25 сантиметров, 30, 40 сантиметров. То есть все это есть. И прямые, и непрямые спицы. Достаю из пакета, прям вот как все лежит. Так и будем с вами смотреть все постепенно. Дальше набор достала. Опущу немножечко я камеру, чтобы было получше видно. Набор из трех спиц он состоит. Это Новометал. Так, Новометал стартер сет. Значит, три размера спиц: номер 4, номер 5, номер 6. Есть три лески 60, 80 и 100 сантиметров в этом наборе. Помимо лесок есть еще заглушки. Вот заглушки черные, переходники и ключики. Ключики лежат внутри, вот тоненькие они. Они вместе с заглушками идут. Естественно, леску можно докупать дополнительную, если не хватает вам. Вот такие три вида спиц. Три размера спиц. Дальше набор карбоновых спиц. Давайте мы с вами его посмотрим.
4. Это уменьшенная версия, да? Есть большие наборы карбонов, есть поменьше. Вот это уменьшенная версия. Упакована в чехол. Чехол на молнии, соответственно, что легко хранить, с собой брать куда-то и вести. Ну, например, так, камеру сделаю вот так. Вот такие спицы. Их 4 пары. Карбоновые спицы, они черного цвета. Значит, номер 4,5, номер 4, номер 3,5 и номер 3. Вот. Это съемные спицы, естественно. Не знаю, кто вяжет на таких, тот понимает, какие они. Кто не вяжет, а только хочет их приобрести. Ну, по мне, они похожи на деревянные. Это там сплав специальный, я знаю. Вот. Вот такие вот достаточно острые кончики. Также вот еще, смотрите, есть 3, да, вида спиц. Хотя я, кстати, не знала об этом. Я думала, здесь, девчонки, 4 на самом деле, да. 3, 3,5, 4, 4,5. Я вот сколько их раз получала, я не открывала. Здорово тогда. Перелистываем карман. И мы видим 5, 5,5, 6. Вот даже девчонки, которые у меня их получали, мне не рассказывали о том, что здесь есть карман. Вот это открытие для меня на самом деле. Класс. И в описании, главное, мне кажется, там не написано. Также тут есть лески, ключики, заглушки. Все здесь есть. Вот для меня открытие было, что здесь не 4 пары, а 7 пар спиц. Что-то я раньше даже не знала, вот честное слово. Вот такая вот на ночь мне хорошая новость. Время 10 часов вечера, я снимаю время позднее, как обычно, потому что я работающий человек. Вот такая вот мне приятная неожиданность. Так, да, здесь написано 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Лески 60, 2 на 80 и 1 на 100. Вот. Такой набор. Дальше, девочки, здесь идет россыпь. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, носочные спицы 20 сантиметров, 2,25. Дальше номер 2. 3,5, все это 20 сантиметров. Дальше носочные спицы 15 сантиметров, номер 2,5. Номер 2. Так, съемные Symphony Wood укороченные, номер 3. Укороченные, номер 3,5. Дальше идут съемные спицы укороченные, новый металл 4,5. Вот они. Так, носочные 15 сантиметров 2,75. Съемные укороченные зинги номер 3. Так, это вот то, что было под первой резинкой. Спицы, конечно же, есть разные. Есть, которые я не выложила. Ну, можно это об этом спросить. Если интересует, просто я не успеваю их выкладывать. Так, дальше. Сейчас я камеру по-другому еще немножко вот так зафиксирую. Дальше здесь идут зинги уже несъемные. Леска 80, номер 2. Еще одна двоечка. Леска 100, номер 2,5. Леска 82,5. Леска 83,25. Леска 80, номер 4. Леска 100,3,5. 82,25. 80, это новый металл, 2,25. Кубики металлические, лесочка 120, номер 2,5. Так, это мы с вами тоже посмотрели. Смотрим, что дальше.
Так, хочу вот эту вот мелочевочку посмотреть. Так, далее. Symphony Wood 25 сантиметров, номер 3. Укороченные маленькие малыши. Да, наверное, 5 сантиметров спица. И вот они отсюда до сюда 25 сантиметров. Дальше здесь съемные спицы. Новометал съемные номер 3. Нитпрозинги номер 3. Еще 3. Еще 3. Так, новометал укороченные 3,5. Укороченный новометал номер 3, номер 4. Так. Дальше. Маркеры красненькие с белым. Новометал. Леска 80, номер 2. Нитпрозинги леска 40, номер 2. Зинги 120, леска номер 3. Symphony Wood 25 сантиметров, номер 2,5. Так. Дальше. Здесь вот такой набор. Я его, мне кажется, уже каждый раз привожу. Это набор Джинджер. Делюксовская версия. Вот такой чехол кожаный. Джинджер Special Set. Вот так выглядит сам набор. Давайте мы его откроем. Его можно открыть аккуратно. Вот такая упаковка. Я думаю, вам видно. В таком кейсе на магнитах открываем. И мы видим, это укороченные спицы. Если я не ошибаюсь, они укороченные. Да. 3,5-4, 4,5-5, 5,5-6, 7, 8, 9, 10, 12. Вот. Много пар спиц. Также здесь есть, видите, такое приспособление. Сюда можно одевать схему, это на магнитах. И вы вяжете, у вас это вот так вот стоит. Да, вы ставите и вы вяжете. Вот схема, смотрите. Все сделано, девочки, для комфорта. То есть все для рукодельниц продумано, чтобы было комфортно вам вязать. Как говорится, нужно вязать с удовольствием и в удовольствие. Также здесь, естественно, лески есть. Вот так выглядит схема. Да, мы можем ее зафиксировать и вязать. Так. Кабели здесь есть. По-моему, здесь еще что-то. Да, я уже закрыла. Естественно, все с кабелечками, с кабелями. Вот такой наборчик пришел. Дальше. Так, мелочевочку я еще нашла. Здесь идут, девчонки, лески. Лески дополнительные для спиц, естественно. Лесочка 40, 60, они тоже разного цвета, 40, 40, 40, маленькие. Это дополнительные лески к съемным спицам. Кому-то не хватает, а мне кажется, лесок все время не хватает, и их можно докупать. Дальше, набор стандартные зинги. Вот этот набор, мне кажется, я всегда говорю в видео, в каждом, должен быть у каждой рукодельницы. Если вы еще не обзавелись таким набором, то задумайтесь о его приобретении. Если у вас нет, например, спиц, зинги, и вы хотите и думаете, начните с этого. Это металлический классический набор. В этом наборе собраны все стандартные нужные спицы, номера спиц. 3,5, единственное, троечки нет. Тройку можно докупить. Отдельно съемную, мы с вами сейчас видео это посмотрели.
Значит, спицы 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8. Вот, прекрасных 8 пар спиц разных размеров. Также здесь в чехле, видите, все на молнии. Здесь лежит пакет, в нем лески, 4 лески, заглушки, ключики, переходник, не вижу. Переходников нет. А, вот они. Есть, думаю, должны же быть. Вот переходнички. Поэтому, девчонки, если вы еще на таком распутье, если нет у вас вот такого, например, ну, какого-либо фирменного набора, и вы думаете, какой из наборов себе купить из зингов, начните с этого набора, а все остальные вы уже будете покупать по мере возможности. Я это говорю вне зависимости от того, где вы будете брать. У меня, не принципиально. Просто вам рекомендую. Есть в вашем городе, если такие спицы, а у вас в вашей коллекции их нет, ну, нет каких-нибудь фирменных, да, спиц, то приобретите себе такой набор. Не пожалеете, девочки. Такой раз набор и такой второй набор. Мне кажется, каждый выкуп у нас не обходится без того, чтобы не было в посылке вот таких спиц. Вот в этот раз два набора. Дальше, следующий набор носочных спиц. 15 сантиметров спицы. Здесь 5 пар. Номер 2, 2,5, 3, 3,5, 4. 5 пар спиц. Так, и последний, девчонки, набор, который пришел. Это набор деревянных спиц, деревянные кубики. Также находится он в чехле, в прозрачном. Очень нравится мне то, что наборы все в чехлах. Их с собой бросил в сумку вашу проектную и везешь. Значит, здесь 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8. Спицы деревянные, кубические и съемные, естественно. С ними также в наборе идут лески. Вот они здесь у нас с вами находятся. Здесь также 4 лески. 2 оранжевых, красная, зеленая. Ключики, переходники. Заглушки. Заглушки тоже есть. Ой, вернее... Переходники, вот они. Фокус, да, вот они. Здесь есть также в этом наборе. Вот, все, попользовались, закрыли, молнию застегнули и убрали. Все, на этом, девочки, я вам показала все спицы, которые к нам приехали. Долго мы с вами ждали. Сейчас мы с вами собираем, естественно, дальше. Это будет уже, наверное, на... конец июня, ну а там как пойдет, может быть, в середине июня. Ну и, в общем-то, все как обычно, выбираем, собираем, приобретаем и радуем себя такими классными и нужными товарами для рукоделия. Все, на этом, девочки, я с вами прощаюсь, всем спасибо за внимание и до новых встреч, пока-пока!